Знаменитый итальянский монах Джордано Бруно в 1586 году опубликовал работу, в которой заявил, что Солнце — звезда, и Земля — планета, и есть другие звезды, у которых наверняка есть планетные системы, на которых, возможно, даже есть жизнь. За это и за другие высказанные им вольные мысли церковь сожгла его. Можно сказать, что теперь планеты вне Солнечной системы стали еще более горячей темой. Экзопланеты были чем-то таким же предосудительным, как поиск инопланетян, знаете ли, таких маленьких зеленых человечков с других планет. Серьезно, поиск планет считался чудачеством. После того, как целые 50 лет появлялись сообщения об открытии первой экзопланеты, все они оказывались в конце концов ложными, и это поле науки считалось несерьезным. В Сан-Франциско, Калифорния, астрономы Джефф Марси и Пол Батлер мирно искали доплеровские смещения в свете звезды. Первые 8 лет программы я провел буквально просто пытаясь улучшить метод этого типа измерений, совершенно без определенной цели. Никто не знал, чем мы занимаемся, никому не было до нас дела. Луч надежды на то, что таким способом можно будет обнаружить экзопланету, появился с открытием Дэйв Лэтом и Цеви Мазех, загадочного объекта у звезды HD 114762. Они объявили об обнаружении объекта, который назвали коричневым карликом. Они смотрели и не видели его в телескоп. Если это была звезда с массой в 1000 масс Юпитера, они должны были ее заметить. И до сегодняшнего дня пока еще непонятно, что это. Планета, коричневый карлик или даже звезда малой массы. Но это открытие вдохновило других на продолжение поисков. В это время в Канаде испытывали другой, опасный подход для охоты за планетами. Команда Гордон Уолкер и Брюс Кэмпбелл работала со смертельно опасным газом, фтористым водородом, в попытках точно измерить доплеровские смещения. И как-то раз он мне показал свою установку в Канаде. Один находился внутри, делая манипуляции, а второй был снаружи, смотря через стекло внутрь и держа наготове два противогаза. Если что-то шло не так, он одевал маску на себя, затем вбегал в комнату, то одевал маску на того парня и выволакивал его наружу. В любой хорошей науке должен быть элемент опасности. Должен быть туманный намек на смертельную опасность для жизни. В противном случае вы не на передовом крае науки. Они действительно были пионерами в этой области. Удивительное достижение. Мы все достигли этой точки благодаря их работе. В 1992 году самолюбие астрономов, ищущих экзопланеты, задело еще одно невероятное открытие. Но эти новые экзопланеты не были на орбите у обычной звезды, они обращались вокруг пульсара. В Аресибо Вольшан с коллегами обнаружили два очень маленьких тела, заставив нас в недоумении чесать лысины. Мы назвали их планетами пульсара. Вольжан и Фрайл — нечто особенное. Никто не сомневался, что это были планеты, но эти планеты были у странного объекта, у пульсара. Первые два тела на орбитах — мертвой, а не светящейся, звезды. Формирование планет — невероятно трудный процесс, и тут это открытие говорит нам, что мы его совершенно не понимаем. Мы должны были понять, что планеты не образуются поодиночке, они формируются сразу системами, но мы по-прежнему были сконцентрированы на поиске самой первой планеты. За полмира отсюда, в Женеве, пара швейцарских астрономов тяжело работала над совершенно новым методом. Их прибор полагался на оптоволоконную технологию.
В первый день работы я получил этот буклет от Мишеля. Это было исключительное, полное руководство по обработке данных спектроскопии, равных которому не было на тот момент. Для чего и предназначался этот прибор. Мы работали над ним без особой поддержки извне. Люди думали, что это неинтересно. После нескольких месяцев работы в конце 1994 года мы получили интересный сигнал не от одной, а от нескольких звезд. Очень скоро мы поняли, что прибор точнее, чем мы думали. Поэтому я начал заниматься парой звезд более тщательно. 51-я Пегаса была яркой, она была одной из них. И довольно быстро 51-я Пегаса показала очень странное поведение. С одной стороны, мы были абсолютно уверены в качестве своих измерений, и сигнал указывал на то, что это планета. Однако, также было ясно, что это необычная планета. В то время я думал, что-то не так с нашими программами и приборами, и лучше побыстрее понять, в чем дело, иначе моя докторская степень может быть скомпрометирована. Следующие несколько месяцев оба астронома проверяли и перепроверяли свои данные. Проблема была в том, что никто не мог представить себе гигантскую планету с такой короткой орбитой. Мы вернулись к ней в июле вместе с Мишелем. Очень взволнованный, я сказал, окей, давайте посмотрим, можно ли оставить вывод, который мы сделали по первым данным. Настоящим моментом, когда мы получили подтверждение, что у 51-й Пегаса есть планета, был июль 95-го года. На первые данные мы сказали, окей, это только удача. Вторые данные по-прежнему на кривой. Мы сказали, окей, два измерения, но по-прежнему их недостаточно. Пришел третий комплект данных, все еще совпадающий с кривой. И тогда мы сказали, а давайте подождем четвертого, чтобы быть совершенно, абсолютно уверенными. Потому что это было очень обескураживающим выводом, и мы хотели убедиться, что эта планета реальна. У нас был хороший период, хорошая амплитуда и так далее. Так что можно было праздновать. До этого мы не были уверены, что это планета. Я имею в виду, что это настоящая планета. Хотите верьте, хотите нет, но не было теории, предсказывавшей наличие такой планеты. А планета была. Слухи поползли по всему земному шару, и на конференции во Флоренции, Италия, новости были неофициально разглашены. Открыта планета размером с Юпитер. Такая массивная планета на орбите с периодом всего 4 дня. Как могло так получиться? Внезапно оказалось, что у 51-й Пегаса есть планета размером с Юпитер, у которой период 4 дня. Люди знали, что это невозможно. Планеты типа Юпитера должны находиться на расстояниях, сравнимых с расстояниями Юпитера и Сатурна от Солнца. А в Сан-Франциско Марси и Батлер удалось получить 4 последовательных ночи на телескопе Лиггской обсерватории. Ровно столько времени нужно было, чтобы опровергнуть или подтвердить открытие. Мы тщательно изучали звезду все 4 ночи, обработали данные так быстро, как смогли, и были шокированы. Мы увидели в точности тот самый сигнал, о котором говорили Майор и Квело. Подтверждение моих данных — лучший подарок, который мне когда-либо делали. Да, вся моя работа была правильной. Здесь, в Сан-Франциско, буквально в прошлые выходные открытие получило драматичное подтверждение. 19 октября 1995 года. Открытие новых планет вне Солнечной системы создало огромное возбуждение в среде астрономов. Подтверждение открытия было сделано раньше, чем даже само официальное объявление. Оно вышло из-под контроля. Все, кроме нас, обсуждали новый объект. По традиции, ученые должны проверять свои открытия с помощью коллег. Я был одним из таких референтов статьи. Всего было 3 референта. И обычно, я думаю, у них было 2 референта, но в этот раз редактор журнала Nature Лесли Сейдж решил подстраховаться. У них были уже недоразумения, поэтому Nature был очень строг. Они сказали, послушайте, ребята, если вы расскажете об этом всем, мы не будем публиковать вашу статью. И так только через месяц я получил письмо от Nature, все, теперь запрет на распространение можно снять.
Открытие было слишком большим, чтобы следовать обычной схеме, согласно которой публикуют научные статьи. Как только вы начинали говорить об этом, все хотели узнать больше. 51-я Пегаса B — реальная планета, в этом нет никаких сомнений. Как только мы обнаружили 51-й Пегаса, она все время давала множество похожих данных. Нужно было всего лишь их проверить. В этот момент мы еще не закончили анализ всех наших данных. У нас было два компьютера, которым потребовалось бы буквально 5 или 6 лет, чтобы просмотреть все полученные данные. И буквально полдюжины других групп сказали: «Вы знаете, у нас только что появились новые компьютеры, и мы не собираемся использовать их несколько следующих месяцев. Хотите запустить на них ваши задачи?» Через 2 месяца два других Юпитера у других звезд были найдены Марси и Батлером. Шлюзы охоты за экзопланетами открылись полностью. Из точки, когда мы не знали ни одной планеты, мы пришли к тому, что новая экзопланета открывалась каждый месяц, а иногда каждую неделю. И почти все открытые планетные системы были не похожи на солнечную, даже немножко. Я помню, как-то спросил на совещании, сколько это может продолжаться? И кажется, Мишель Майер ответил: ну, возможно, еще 5 или 10 лет, а потом игра окончена. К счастью, эта игра стала еще более интересной. Получив докторскую степень, я узнал об этом ученом, Билли Боруке, в исследовательском центре НАСА. Видела его на всех совещаниях. Это были короткие совещания в конце дня. Затем он отправлялся на ужин. Как-то мы присоединились к нему, чтобы поговорить о разных вещах, и он был очень настойчивым. Билл шел по коридорам, и когда менеджеры Эймса видели его, они поворачивались и уходили в другую сторону. В 80-х Билл Боруке написал статью, в которой рассказал о методе транзитов. Когда планета проходит перед своей звездой, яркость звезды падает на крошечную величину. Поминутно измеряя яркость звезды, можно открывать планеты, проходящие по ее диску. Это называется метод транзитов. Детекторов такой точности еще не существовало. Нужен был фотометр в 1000 раз более чувствительный, чем строили в то время. Но я работал в программе «Аполлон» и в других программах, поэтому для меня это не было настолько страшным. Нужно было всего лишь спуститься к самой сути, понять, что требуется, и сделать. Не было другого пути, чтобы обнаружить планеты земного типа на орбитах, как у Земли, кроме как выйти в космос. Нужно было выйти в космос. Его продолжали прокатывать на всех совещаниях по разным причинам, и каждый раз он исправлял эти замечания и приходил снова. Они говорили, что так не пойдет. Но тогда Билл Боруке не заморачивался чтением их отчетов, или, по крайней мере, не принимал их близко к сердцу. Он продолжал свой крестовый поход, чтобы показать, что метод транзитов работает. И в лаборатории ему удалось продемонстрировать, что можно измерить изменение блеска с точностью, которая требовалась. Некоторые люди называют это упрямство, но я-то знал, что все получится. И так он предлагал, и снова предлагал, и в конце концов он задумал первоклассную миссию, которую позже назвали Кеплер. Между днем публикации статьи и запуском Кеплера прошло 25 лет. И вот у нас запуск ракеты Дельта-2 с Кеплером для поиска планет, таких же, как наша. Кеплер представил столько совершенно новых открытий, о которых мы не могли даже и подумать. Кеплер нашел все, что было в нашем списке желаний. Когда эти данные показывали в первый раз на компьютерных мониторах, там был транзит планеты размером с Юпитер, а данные были как бисер на нитке. Кеплер преобразовал наше понимание экзопланет. Кеплер был специально разработан, чтобы искать планеты земного типа на орбитах, близких к звездам. На основе его данных мы теперь знаем, что планеты земного типа — обычное явление в нашей галактике, что-то, о чем у нас не было ни малейшего представления до Кеплера. Первые экзопланеты уже были уникальны, а Кеплер продолжал находить еще планеты, которые совершенно не вписывались в рамки, по размеру, по составу, по расстоянию от своих звезд. Когда думаешь, что в галактике несколько сотен миллиардов звезд, и у каждой может быть одна или даже целая система планет, мы говорим о сотнях миллиардов планет.
Для совершения великих дел нужно обладать упорством. Чтобы успешно изучать экзопланеты, нужно быть очень амбициозным и дерзким. Значение Кеплера было гораздо больше, чем я мог себе представить. Он, в общем, открыл совершенно новую эру астрономии. Теперь мы знаем, что галактика просто наполнена планетами, и мы готовы открыть новую главу планетных исследований. Я верю в то, что 2020-е будут золотым веком наблюдательной астрофизики. Вы знаете, у нас будут такие удивительные телескопы, как TESS, исследователь экзопланет методом транзитов. Есть W-FIRST, размером с Хаббл, поле зрения у которого будет в сотни раз больше. Есть телескоп Джеймса Уэбба, самый большой и наиболее мощный телескоп из всех, которые когда-либо строили. И причина, по которой мы можем мечтать и создавать что-то подобное, это успех Спицера и Хаббла, великих обсерваторий настоящего. Я жду космические миссии, которые будут использовать технологию коронографа и, возможно, даже звездного щита, чтобы снимать экзопланеты, блокируя яркий свет их звезд. А на Земле у нас будут 30-метровые телескопы нового поколения, которые встанут в строй в 2020-е. Но самый важный вопрос астрономии – одиноки ли мы во Вселенной? Найти доказательства иной жизни на экзопланете, живой мир в пределах нашей досягаемости. Что есть жизнь? Жизнь можно определить как процесс передачи информации от одного поколения к другому. Всем интересно искать планеты, которые могли бы напомнить нам наш дом. Мы ищем намеки на наше происхождение, на то, как мы появились, и экзопланеты отлично работают в этом контексте. Вне пределов Солнечной системы может быть гораздо больше населенной недвижимости, чем считалось. Я думаю, это совершенно естественно искать другие миры во Вселенной, которые похожи на наши. И поиск экзопланет у других звезд — первый важный шаг на этом пути. Поиск планет — поиск жизни. Даже если мы и не говорим об этом громко, мы подразумеваем именно это.